Сначала архары оценивают друг друга, словно боксеры, которые взвешиваются перед боем. Теперь они готовы к настоящему поединку. Начинается битва. Весом более 20 килограммов сталкиваются с силой, которая в 8 раз превышает силу, необходимую, чтобы проломить череп человека. Во время такого напряженного боя большинство животных получили бы травму мозга. Проигравших прогоняют со склона. Они лишились